из Японии с любовью. В Чебоксарской детской музыкальной школе номер 2 идет неделя японской культуры. Что такое канзаши, в чем смысл аниме и как освоить бонсай? Ответы на эти вопросы все желающие узнали на неделе японской культуры в музыкальной школе имени Воробьева. Многие наши коллеги увлекаются культурой и искусством этой страны. В частности, педагог по звукорежиссуре увлекается аниме, японской мультипликацией, японской музыкой. Вот. Педагог по флейте увлекается бонсаями. Это искусство миниатюрных деревьев. Ну, в Японии, конечно, миниатюрные деревья выращиваются, а наш педагог их изготавливает своими руками. Вот. Ну, а я увлекаюсь изготавливанием, точнее, искусством изготовления цветов из ткани. Канзаши. На первом мастер-классе школьники учились оригами. В соседнем кабинете юные музыканты пробовали освоить бонсай, сделать своими руками маленькую копию дерева из бисера. Бонсаями я занимаюсь, ну, не так давно. Как-то попался мне в интернете такой ролик, как можно сделать бонсай своими руками из бисера. И я решила попробовать, у меня получилось очень хорошо. Конечно, делать это не такое дорогое удовольствие, но, в принципе, можно себе позволить. Второй день посвятили аниме. Именно этому направлению культуры страны восходящего солнца Семен Ахмедов посвятил 15 лет. И он с удовольствием рассказывает ученикам о своем увлечении. Это не просто мультфильмы, например, как вот многие думают, что для детей. Это больше уже обозначено для подростков. То есть там есть глубокий философский смысл, то есть очень много произведений, жанров, вообще жанров аниме очень много, больше 150 жанров аниме, в отличие даже от тех же мультфильмов или фильмов. И смысл в том, что у каждого аниме свой философский смысл. Неделя японской культуры завершится в пятницу 16 ноября. Финальным аккордом станет знакомство с музыкальной культурой страны восходящего солнца. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валера Резюков, Республика.